Валерий Васильевич был во время рабочего визита в городе. Ну вот, а ребята, значит, на одном из дворов подошли, значит, с просьбой к нему помочь со спортсооружением. А вы что-то сами умеете? Вот мальчик, значит, прыгнул на бросик, там, подтянулся 20 раз. Он ему снял часы и подарил. Ну да. А тот говорит, нам бы спортгородок какой-то. Вот обратились, выехали к вам посмотреть, они определили, что, какие элементы им надо, поэтому на степной поставим такой небольшой спортзал. Вот и вся цель нашей сегодняшней мероприятия. Балаковские ребятишки, молодцы. Учатся как? Нормально? Да. Я на... Ну? Все закончил. На все пятерки? Да. Ты какой класс закончил? Пятый, гимназия вторая. Вторая гимназия, пятый класс. Профиль еще не выбирали, да? Физмат. Физмат? Молодец. А вот, а ты? 4-5. 4-5? Какой класс закончил? Шестой. Шестой. Молодец. А ты? 2-4. Шестой класс. Остальные тройки? Нет. Молодец. Шестой класс закончил? Да. А занимаешься каким-то спортом? Борьбой. Борьбой? У кого занимаешься? Как Малёва Михайловна. Понял. А ты? Я 5-4 учусь, тоже занимаюсь борьбой. Александр Суворов, Александр Владимирович. Молодцы. Успехи в спорте есть уже? Да, есть. Разряд какой? Разряд второй. Второй. Вот тебе. Молодцы, ребята. Ну вот так. Самое главное, что не просто подойти попросить, там, дать Христа ради, там, помогите, увидеть губернатора, а подойти и сказать, вот я умею, могу. Вот показал, подтянулся. Вот. Но мне нужно, чтобы еще больше успехи были, что-то еще. Вот губернатор, он на это сразу откликнулся, дал поручение. Результат его поручения, наши с вами встречи и решение задач. Так должно быть. На каникулах где будете отдыхать? Здесь? Куда поедете? В спортивном лагере. А, в Орленке? Нет, у нас в Полынске есть. А, понятно. В лагерь поедем. Не, ну Орленк, он не работает для организации смен, а как частный, в прошлом году спортивную смену открывал. А ты? Я в лагерь. В лагерь куда? Ласточка. Ласточка? Первый раз или же отдыхали? Первый раз. Отодвинули на безопасное расстояние. Угу. Все ясно. Так, значит, давайте тогда мы договоримся об обязательствах. Потому что просто так ничего не бывает. Согласны? Да. Вот. Значит, мы на себя берем. Ну, поскольку вы своим трудом и физической подготовкой убедили Валерия Васильевича, что самые крепкие и сильные ребята у нас живут в области Балакова, за это он вам вручил часы. Значит, мы на себя берем обязательства по устройству этого. Так, дальше. Значит, работа, конечно, будет несложная, но, наверное, было бы неплохо, если бы вы сорганизовались и в чем-то помогли. Вот, когда, например, мы сейчас, во-первых, уйдет немного времени, потому что нужно, соответственно, законом объявить аукцион, закупить это оборудование, потом поставить его, найти подрядную организацию, которая бы занималась бы его. А можно сделать по-другому. Мы с родителями проговорили, отцы вышли, мы привезли, помогли, материал мы дадим, а вот работы выкопали ямы под установкой этих турников и сами тоже помогли. Договорились? Угу. Ну все, по срокам у нас хотя бы примерно ориентир можно какой-то обозначить? Месяц, да? Месяц на аукцион. Ну да, месяц на аукцион будет только. Ну, давайте так, у нас 9 июня, да? Вот, у нас со всем прикидками и раскидками, самый плохой пессимистичный прогноз это на День физкультурника, 1 воскресенье августа, а так на конец июля. Хорошо? Да. Так, вы никуда не дрызнете? Нет. А то сейчас приведем все, бросим ключ, а вас нет. Нет. Точно? Так же ну все. Ну вот на то мы порешали. Хорошо? Угу. Все. Мужское рукопожатие. Давайте.